Серега. Это вон тот дом попало. И там уже наш сосед открыл подвал, и мы бежали туда. Мы 5 минут там посидели и вышли. Папа пошел помогать людям. И когда он пришел, он мне рассказал, что там трубу трещина, и там фонтан хлышал. И там везде были стекла, и вот эти обломки... Осколки там всякие были, да, и рамки, стёк. Быстро.